Ребятки, всем привет, с вами Александр, всех с наступившим Новым Годом. У нас есть такая вот схватка редких, и давайте мы туда пойдем, потому что мы давненько не сражались, и супер редкие, в смысле супер редкие. И это, ну, не такие уж слабые динозавры, потому что супер редкие у нас есть и гибриды, ребятки. И нам нужно взять два супер редких существа. И у нас тут монастиготопсы вне конкуренции, да? Они просто тут рвут всех и вся. Да, вот смотрите, даже первый монастиготопс сильнее вот этих вот ребят. Так. Давайте возьмем вот так вот. Вот такого парнишку и вот такого. Это у нас чисто так. Для накопления баллов. Накапливаемся, ждемся. Капразух прекрасно выглядит. Крокодильчик такой зачетный. Так, он слился полностью в ноль. На арену выходит его величество хищник. Монастиготопс. Не знаю, правда, почему он травоядный. С такой пастью он травкой как-то вряд ли смог бы питаться. Так, а у нас уже сколько баллов дают? Я там не перестарался? В защиту, может, надо было уже 2 поставить? Сколько баллов? 3 или 4 дадут? 3 или 4? 3. 3. Нормально, живем. А так бы пробил. Дай, тащи его. Так, можно, в принципе, устроить такой у нас а-ля день монастиготопса. А потом можно пойти на арену еще. Так, Оуэн, как всегда, разобрался. Так. Кого будем брать? Не, давайте Анкилодок возьмем. И потом у нас еще монастиготопсы останутся, мы пойдем на ПВП битву. Так, сила удара у Анкилодока намного мощнее. Это как надопатозавр какой-то, да? Надопатотитан в этом, в Jurassic World Alive. А это у нас жук, жук навозный. Такой зелененький, зелененький. У нас идет битва этих нервов. У кого первого сдадут нервы? 3. Мы должны выжить или нет? Да, выжить 2500, отлично. Делаем вот так. Так, и давайте сравним сейчас, да, монастиготопса и стегоцератопса. Братья гибриды. Ну да, такой хохолок у стегоцератопса покрупнее будет. И шипастик он поярче. И такомайзер шикарный. Ну так вот грознее даже выглядит, наверное. Ну не считая пасти, конечно. Блин, представляете себе, такая махина нападает на какого-то стегозавра, там, стегоцератопса. Ну, ладно, это трицератопса и сжирает его. Монастиготопс сжирает травоядных других. Так, и теперь есть у нас еще 3, да? Ну тут у нас особо, да,
можно взять. Давайте возьмем вот такого парнишку. И двух таких парнишек. И порешаем вопрос. Так, анкилозавр чуть помельче выглядит, чем гиганоцефал. Но с защитой точно у него получше. Смотрите, он прям сколько баллов накопил уже. На все 5 и слил все за один раз. Хрум-хрум-хрум. Ну, анкилозавр свое дело сделал. Теперь посмотрим, как они справятся с моим супер-гибридом. Не пробил. Бывают такие огорчения, да? Раз, два. Все. Чу. Даже один Монастигатопс. 20-й тут. Двоих завалит. Так, ну этот может пробить, конечно же. Ну давай. Не захотел. Представляете себе. Не захотел погибнуть смертью храбрых. Давай вот так. Чистая победа. Ну, ничего себе, так 3700 генов и спинозавра нам насыпали. Так, с этим разобрались, но время пойти на ареночку нашу. Травоядные. Так. Кто у нас пойдет? Первый пойдет Апатич. Потом пойдет... Это чисто так для красоты. Монастигатопс. Центрального убираем. И амфибию. И вот так. Помчали. Очень похоже по характеристикам, да. Апатозавр, Остапозавр и Монастигатопс. Короче, около 2000 сила удара у них у всех. И, в принципе, расклад неплохой. Люблю вот эту арену с электроградкой. Искры даже, видите, пролетают. Ну давай. Что ты можешь? Блин, такой мелкий вот этот, он смотрится, да? А болта тебе, а мы сидим в защите. Он нас даже на 3 сейчас не сможет пробить. Так, ну время его уже гасить, мне кажется. Вообще, по изи чему... Блин, я что-то недорассчитал. Но ему теперь нужно бить все равно все 4. Да, надо было все-таки 1 балл, было бы еще повеселее, но так тоже неплохо. 1, раз, два. Раз, два. Он будет бить 1000, нам не страшно. Наш стапозавр всех порвет, наш стапозавр. Самый крутой стапозавр. Вы же помните, ребята, как наш стапозавр пробил 1-3 пахигалозавра. Вы это себе представляете? Серия такая есть, ребята. Кто не смотрел, то обязательно посмотрите. 1 стапозавр пробил 3 18-тысячных пахигалозавров. Раз-два труп, раз-два.
Ну, дальше, в принципе, нам не надо. Так, у него еще один остапозал. Ну, его сожрет наш супер-мега-хищник. Ну, в принципе, мы бы и так могли победить, но не зря же мы взяли его величество Манустигатопса. Вот так. И соточка генов дополнительно нам прилетела. Вот такая вот была, ребятки, у нас серийка. Кому понравилось, не забываем ставить лайк. И до скорых встреч. Всем пока.